Ура! Увиделись, приехались. Братик, привет! Привет, Олег. Привет. Папарацци. А я снимаю. Папарацци. Погода у нас вообще шикарная. Солнышко. Небольшой ветерок есть, но он не холодный. Валя где-то уже заняла нам столик. Детвора с ней. Но нам несколько надо заходов делать, чтобы разгрузиться. Да, потому что мы набрали кучу всего, чтобы попке не холодно было. Да, барбекю пофоткаем. Очень удобное. Небольшой размерчик. А мы тоже угли взяли. Вот черная утка такая необычная здесь. Обычные утки, белые утки, такие вот, а черные первый раз. Мы сейчас находимся, вот нашли свободный столик, но здесь отсюда не видно гор. Там горы, и вот когда в какой-то удобной локации сидишь, то их видно, и прям вообще классно-классно, уютно. Ух ты! Тихо-тихо, так можно и в глаз попасть. Макар, привет! Иди сюда! Какая большая! Да, я надеялась, что он побежит ко мне, обнимет. Целовать ни один ребенок, ни старший, ни младший, не подошел поцеловать. Иди целовать! Макар! Макар! Да, игнор. Так, в итоге у нас получается вот такая картина. Покажи, как Марк сделал. А ну, что у тебя получилось? У тебя какой-то вообще сгоревший. Куда ты потащил его? Ты делаешь себе... отдых у реки, озеро. Ну, шикарно. И как? Вкусно? Вкусно? А как близко? Пап, кидывай вот это черное, оно ж горелое. Это вот это вкусно будет. Пробуем. Очень вкусно. Пригоревшая, но вкусно. Я тут сижу. Ну что, не сгорела в этот раз? Не сгорела. А ну-ка пробуй. Тянется? Выглядит очень даже. Мы прячем бутылку вина, потому что что-то я не подумала, оказывается, в общественных местах нельзя. Потому что мы в общественных местах давно не пьем. Поэтому бутылку мы спрятали. Но уже у нас с Валей, у девочек начался... между собойчик. Между собойчик. Это как аперитивчик. Дает настроение. Плавное, хорошее. Нет, на самом деле настроение в любом случае хорошее, потому что мы все вместе, мы собрались, детвора бегает, веселится. Красивое место, хорошая погода, правда, Марк? Захвати эту штуку. А, ну папа, видишь, сейчас пока так жарит, пока ему надо. Что пьем? Это новозеландское вино. Нет, полусухое. Оно очень вкусненькое. Мне нравится.
жарится. Либо будем очень долго ждать, либо можно вон фольгушку взять и замотать. Взяла? Замотаем. Немножко она побудет в фольге, а потом размотать и за это. Просто я боюсь, что она не прожарится. Картошечка с сальцом. Открывай. Маринованные карнаульские курочки. Все, как говорил папа. С чесноком. Говорит, не жалей чеснока. Его слышно не будет, но будет. Вот очень... мы его и не пожалели. А? Вот мы его тут и не пожалели. На кукурузу похоже, да? Открывай. Кстати, покажи, да, уже это сладко. Марк, ну, вернее, Макар захотел. И вот на тебе. Осторожно. А ты знаешь, ветер подует и улетит. Ветер сумасшедший, очень сильно раздувает нам огонь. Мы его постоянно поливаем водой, вообще не прекращая. Блин, да, углей много насыпали, но уже ничего с ними не сделаешь. И поэтому мы опустили со стола вниз, чтобы чуть-чуть прикрывалось от ветра. В фольге завернутая картошка. Там детвора гуляет. И мы забыли щипцы, чтобы переворачивать мясо, поэтому Саша сейчас поехал за щипцами. Семен. Горбунков. Вино успешно попивается. У нас только что... Да. У нас только что была такая ситуация, Саша поехал за щипчиками, а здесь очень много сейчас людей, и парковка, все занято. И прошло какое-то время, уже Саша должен быть минут через 5, и я побежала, освободилось место тут напротив, я побежала его занять. Встала, стою, жду, чтобы машина не стала. Тут подъезжает на джипарике мексы, говорят, иди отсюда. Мы встать хотим. Я говорю, нет, это место зарезервировано, сейчас подъедет мой муж, и это место для нашей машины. Она говорит, нет, иди отсюда, мы здесь, ты так не можешь делать. Я говорю, почему не могу? Могу делать. Он говорит, у тебя есть лицензия? Я говорю, нет, у меня нет лицензии. Зачем мне лицензия? Я для своей машины тут стою, держу место. Через пару минут будет машина. Говорит, нет, иди отсюда. Я говорю, нет, не уйду. И вот это мы стоим друг к другу. Он в машине там с женой, а я на обочине место держу. И он, вали, я говорю, нет, вали, нет. Ну, в итоге я победила. Мы машину поставили тут прямо напротив, удобно все. Но они, конечно, наглые. Им когда надо, они стулья ставят, места себе за меня занимают. А сейчас говорит, нет, нельзя. Ну, что тут такое вообще? Нет, кто успел, тот и съел. Здесь только конечно. Так. Это капитализм. Вчера вон ситуация была, Саша поехал в магазин в Суперкинг купить продукты, а там постоянно днем просто надо караулить, где выезжает машина, и ты туда становишься. И здесь в Америке есть такое правило, если машина стала, перед выезжающей, включила поворотник, ждет встать на это место, значит, никто другой не может занять и должен пропустить эту машину, которая уже первая, первый, правильно, стал. И вчера мексиканская девчонка, она просто наплевала на всех, она ехала и встала. Там дедушка стоял, ждал это местечко как раз, а она взяла и перед ним фуркнула. Блин, ну мексы, вы гоните просто, так нельзя делать. Вот мексиканцы и черные, они, блин, очень наглые. Я не говорю, что в наших национальностях нет наглых, но эти товарищи просто улет. У нас тут уже курица, пока я там с мексами
пререкалась. У нас тут курица приготовилась. Слушай, ну она очень аппетитная. Проверка. Не, она приготовилась. Крови нет. Ой, там что-то улетело. Ветер сильный. Ты его часто переворачиваешь, чтобы она приплыла? Я очень люблю переворачивать. Тут нам китайские продавцы устроили китайскую дискотеку. Включили музыку китайскую. Продают бобати, мороженое. Это пельнюшка вредная. А, это кукурузу. Курицу достали. Теперь креветки, глянь, какие. Сказали, хватит. Так подержи. Говорю, что вы такие нудные, дайте побегать. Нет. Да уж. Хорошая погода, не холодно. Можно и побегать. А куда ты свой носик совал? Чего он такой черный? А? Давай выпьем. А, он с маршмеллоу обгорело. Кайфуешь? Это дедушка вот сейчас на тебя смотрит с бабушкой. Как это так? Ты бы привет передал лучше. Передай привет. Не хочешь привет передать? У тебя пила во рту, да, ты говорил? Где у тебя пила? Покажи. Покажи пилу. Рубрика «Кулинарные изыски». Кулинарные изыски с Юрием Витальевичем. Так, ага. Рассказывайте, как у вас тут вообще все происходит? Верх профессионализма. Верх. Так, показываем верх. Это баклажаны, правильно? Чувство вкуса присутствует напрочь. И грибочки. Так, категорически поддерживаем. И бабушки постреляем, да? Так, что у нас готово? У нас курятина готова, она у нас спрятана вон там. Мы ее потом покажем, чтобы она не теряла кондиции свои. Здесь непонятно, что, да? Здесь крем. Нету, нету. Папу тоже мы на костер! Твою!
Поехали! Раз! Два! Три! Да! Да нет, мы его просто... Он очень любит уточек, правильно, Маша? Угу. Знаешь, он их пойдет, Кар? Еще! О, пришел контроль. Раз, два, три. Мидии получились, курочка. Макароны, смотрю, уже все. Креветочка, макароны. А, макароны. Макароны. Картошечка с салом. Давай мы тебе, знаешь, как сделать? Праздник хлопец, уже салом, за салом взять. А, украинец, украинец. Хохоль. Тут еще у нас вот овощи. Свежие и не поклажено запеченные. Там где-то грибочки спрятались. Мы уже готовы к поеданию. Держим от ветра все. Хоть и поставили по периметру, но все равно ветер все сдувает. А у вас какая обычно? Ну ты же знаешь, какая. Я думаю, что у нас уже новый. Видишь, какой алло? Что, ее каждые полгода, что ли, менять? Давай, иди вперед, Саша. Не на складе буду есть, когда вырасту. Так, на электрической Ауди большой буду ездить. Ух, больше, ты, чем вот эта машина. А где деньги заработаешь на ней? На чем ты заработаешь еще раз? Видео снимать. А, видео будешь снимать? Угу. Я буду видео расслабляющие видео буду снимать. Да? Интересно. А... Я даже не могу. Это будет музыка или это действия какие-то? Я буду пока ходить по природе. И когда закончу, то я добавлю туда музыку и отправлю всем в интернет. И вон те фиолетовые и желтенькие нравятся. Цветочки? Вон те красные, вот эти ромашки. Мне вот эти ромашки нравятся. Вот эти желтые, красные. Мне все мне ромашки нравятся. Марк, помогай, Саш. Придерживай. Ой, я так, вот держи так шланг. Только смотри, чтобы он сюда подходил. Боюсь. Я боюсь. Я боюсь. Чего ты боишься? Вода будет просто лить. Пошла? Да. Ты найдешь. Тут не дал, пусть так. Саша, подойди меня. Давай. Стой, стой. Ты помоги, Саша тебя перекинет. Давай. Только тапки перевезу. Сейчас я подам тапки. Давай тапки. Тапки подай. Мы пришли в Тарф, сейчас купим сладкую вату и поедем потом в кинотеатр. Это то, что нашел? Я хотел. А ну покажи, что там. Синяя вата. А, да, с зайцем. Будет или не будет? Нет, просто ее надо доставать и есть. Hello.
Так мало людей сегодня. Сейчас мы купим тебе попкорн. Надо пойти на инсталляцию там. Пойдем, пойдем. Ты знаешь, что оно раскладывается, сиденье? Там кнопочка сбоку. Нажми. Угу. Держи, 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 держи. Держи дальше, до конца. Прикольно. Нет, ты попробуй просто до конца. Кровать. Не, нет, в другую сторону. Да, вот так. Она как кровать. Прикольно, да? Круто? Прикольно, да? Только стул далеко.